Всем хорошист. Сегодня я быстро расскажу один лайфхак в теории вероятности. Когда нас спрашивают про вероятность бросков двух кубиков и выпадения, например, в сумме 5 очков или 7 или 10, мы знаем, что нам нужно посчитать количество таких вариантов. Например, как можно получить 5 очков в двух кубиках. 3 плюс 2, 2 плюс 3, 1 плюс 4 и так далее. Приходится перебирать все варианты. Значит, как это просто сделать? Мы знаем, что нам нужно посчитать количество вариантов здесь, k, и поделить их на общее количество. Вероятность будет k делить на n. Количество благоприятных на общее. Например, тут их будет там 5 делить на 36. Потому что у нас всего 36 вариантов. Быстренько нарисуем таблицу. У нас может выпасть на одном кубике 1, 2, 3, 4, 5 или 6. И на втором 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Так вот, у нас здесь 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. И так далее. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 4. Так вот, если вам нужно узнать, сколько вариантов бросков кубиков дают в сумме какое-то число, например, 6. Для этого вам нужно посмотреть вот сюда. 6. И по диагонали 1 плюс 5, 2 плюс 4, 3 плюс 3. Здесь будет 4 плюс 2 и 5 плюс 1. Вот они все варианты. Или, например, 7. Пожалуйста. Значит, 6, 1, 5, 2 и так далее. 4, 3, 2, 2 и 1 не дают. Или, например, спрашиваются, какая вероятность, что выпадет или 2 очка, или 6 очков. Это получается здесь и здесь. Складываем, делим на общее количество 36 и получаем ответ. Вот и все. Всем хорошистов.